Всем здравствуйте! Сегодня у нас будут блинчики. Блинчики я нажарила, видите? Красивые такие блинчики. Даже не считала сколько. И творожок сделала. И сахаром обязательно. И яичко добавила. И яичко. Хорошая такая намазка. Классно. Сметанка, девочки. Да, Наталья не допила тоже. Так. Намажем. Сегодня надо будет наготовить кушать всем, чтобы потом было. Сейчас, секундочку, девочки. Секундочку. Потому что будем ехать на море. И чтобы у нас было что покушать с собой. Николай Федорович. Наташа сейчас едет за строителями. Наташа едет за строителями. У нас такой дождь был, гроза. Я проснулась перед утром от того, что был дождь. Очень такой дождь был сильный. Прям ливень. Ну что, дорогие мои, поехали. Будем блинчики заворачивать. Всем вам видно, как это все будет происходить. Есть блинчики, а есть налистники, девочки. Я сначала вот так сложила, а потом уже их заворачиваю. Это будут называться блинчики, девочки. По-другому можно намазать, это будут как налистники. И просто другой формы делают. Сейчас я вам покажу. И скручивать. Творог замечательный, девочки, замечательный. И все. И вот так мы их скручиваем. Вот наш наш. Мы делаем вот такую нарезочку. И вот так красиво. А можно на 2, на 3 части вот так. 4 части вот. Вот смотрите, видите? Можно вот таким образом сделать. Мальчики, это тоже не будет считаться. Быть, можно так. Сейчас Наталью я спрошу, как лучше. Наташ, посмотри, пожалуйста, как лучше делать. Вот такие колесники делать. Какие хочешь, все. Вот эти классные. Какие хуже, да, какие лучше делать. Вот такие наладки. И вот так. Всех спросила мнение, какое лучше. Все сказали вот так, девочки. Значит, делаем вот такие навесники. Все. С этим я уже определилась. Уже так намного легче. Можно туда большой ложкой приступать. И вот так намазывать. Видите? Сегодня уже дольют Наташе пол. И мы сможем тогда ехать.
А, еще надо на шиномонтажку смотреться. Федорович, как? Идите ко мне сюда на кухню. Наташа пока поехала. А вам там скучно. А вы меня тут повеселите. На сахар нормально? Я не сильно так много сахара. Все нормально. Нету света. Появился, я потом опять исчез. Слушай, я отключаю. Может, вам кофейка сделать? Да нет, я уже выпил. Я все поубирал, да. Поехала за строителями. Они же позвонили сейчас. Сейчас она их привезет. Потом хочет, я не знаю, что-то и уголь хочет, что-то у нее планов, как у Наполеона. Берут уголь, разбирают, потому что будет, наверное, дорожать все. Что она там хочет договориться. Они говорят, что не могут оставить, мы вчера были. Потому что они же в мешках продают. Но. А мешки на солнце, и они лопаются. Ну да. Разрываются, говорит, мы не можем так много, кажу, оставить. Я говорю, Наташа, ну возьми себе домой, кажу, да и все. Да и все, где-то сложишь уже. Я сама думаю. А потом на шиномонтажку мы поедем. А? На шиномонтажку поедем. Смонтажить. Надо ж колеса поменять. Переобуться. Так что завтра едем? Едем завтра. Сегодня кушать готовим побольше и помного. Да хотя бы часов в 7 утра надо. Да, мы сказали, Наташа говорит, что рано-рано утром. Сейчас свет появляется, мы сразу стирку. Вы одежду готовьте, что вам нужно будет. Я где-то все умотали. Не знаю, куда мы поубирали. Все, что надо, говоришь, все взять. И вот такие длинненькие, потом порежем ты. Отлично. Так, пойдет. Уже зальют. Мы как раз приедем и будет все же. Вот как заходить будем. А досточку положим? Да. Нет. Через окно. Ну вы залезете, а у меня через окно трудновато. Если бы оно полностью открывалось, а то что такая ширина. А доски такой широкой нету, да, чтобы поставить?
помню, как мои родители, я была маленькая, а Наташа только у вас родилась, приезжали к вам в гости. Помните, еще соковыжималку, помню, купили. Я помню, мама приехала, говорит, Наталья, у тебя родилась сестричка. Наташа такая кучерява-кучерява была, такая красивая. Это буквально перед Новым годом, она, кажется, приезжали мы. Я не помню. Помню, холодно, холодно было еще. Что взять с собой покушать туда? Наташа мясо сейчас замаринует. А что туда, что-то сухое брать надо. Оно ж где-то быстро. Наташа под черёк взяла, надо было его замариновать.